Кто с вами? Тим Юрьевич! Тим Юрьевич! Варвара Петровна, а Сергея сегодня навестит одна молодая особа. Да? Мила, дочь моего друга. Я консультирую ее по компьютерной безопасности. Помогать молодежи прекрасно. Да, вот Варвара Петровна выписала нам из столицы молодое дарование, режиссера. Ждем. Ну, не такое уж и молодое, не такое уж и дарование. А что в нем самое главное? Что согласился. Вот. А пока мы, Сергей Леонидович, Станиславский и Нерович Данченко. О! Ой, доброе утро. Простите, что я так вырываюсь. Здравствуйте. Мила! Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Вот, Варвара Петровна, хозяйка. Очень приятно. Мила. Очень приятно, прошу к столу. Да, садись, садись. Ой, садитесь, пожалуйста. Серафима Михайловна, будьте добры, еще чашечку. Спасибо. Милочка, позвольте вас познакомить. Олег Андреевич. Мой старший сын Никита. А это мой младший сын Антон. Прошу любить и жаловать. Мила тут по делу. Она хочет показать мне свою курсовую. Ну, не показать, а скорее нагло воспользоваться хорошим отношением Сергея Леонидовича. А если получится, то и положить это хорошее отношение в основу своей курсовой. Ух ты, ну что ж, у тебя есть все шансы. А где вы остановились? Гостиница «Заря». Переезжайте-ка к нам. Правда? А что? Ну а что такого-то? Я наверху комнату освобожу. Спасибо большое. У вас тут и вправду рай. Так что будет курсовая, совмещенная с отпуском. Ой, какие духи вкусные. Ой. Да, представляете, я вчера вышла, и мне прямо на улице подарили пробник. Ой, извините, пожалуйста, я отвечу. Да, Алина Васильевна, здравствуйте. Богомолова. Опять, наверное, что-то случилось. Хорошо, я сейчас приеду. Извините, мне нужно. Да. Да что же это такое? Что же за манера такая дергать моих гостей? Что у нее там? Труп. Что? Труп. Как? В театре? Нет, на сей раз в Кровеческом музее. Культура в нашем городе опасная штука. Я думаю, смерть наступила между 22 и полуночи. Точно? И как она здесь оказалась после 22? Точно будет после вскрытия. Но то, что не в 7, не в 8, это точно. Во сколько музей закрывается? В 19:30. Ну и как она здесь оказалась? Давайте, рассказывайте, что у вас тут есть? Камера, охрана, сигнализация, ну? Ну, у нас здесь не Эрмитаж. Только решетки, замки всегда хватало. Значит так, ваша версия. Как девушка оказалась в музее в такое время? Моя версия. Ну? Человеческий фактор. Кто-то забыл запереть замки. И я даже подозреваю, кто. Иван, ты же вчера последний уходил. Голову даю на отсечение, забыл закрыть замки. Вот хоть убейте меня. Вредители, саботажники, пятая колонна просто. Ты успокойся. Сам ты пятая колонна. Значит, вчера я когда уходил, двери потряс, проверил. Значит, замки закрыл, все было нормально. Нормально. Угу. Труп музея тебе нормально. Идите в парк. Ну, вижу, что в вопросах кибербезопасности ты на приличном уровне. Даже меня в чем-то обогнала. Молодец. Я, правда, в свое время тоже, конечно, навел шороху в сети. Думаю,
Еще кое-кто об этом помнит. Ой, а давайте об этом напишем. Как вы так все делали, что вас даже госбезопасность не могла отследить? Вы понимаете, если я первая опишу ваши методы, мне не то что курсовую, мне диплом зачтут. Скорее всего, она погибла здесь, а уже потом ее в музей перетащили. Ну, возможно. Только вот зачем? Спрятать до утра? Тут по вечерам не души. Зачем такие сложности? Гурова Лариса Ивановна, 21 год. Женя, а я ведь ее знаю. Я смотрю, лицо знакомое. Боря, посмотри, она. Она, Алина Васильевна. По делу у меня проходила свидетелем. Прическу изменила, вот я и не узнала. По какому делу? Да не дай бог. Боря, возьми. Мальчишка, 18 лет, самоубийство. Герман. Герман Лебедь, да? А она ему сводная сестра. Придется к ним домой идти. Со мной? Да. Сержант. Старший Лебедь, отец Германа. Мужик такой приличный. Бизнес у него. На благотворительность давал. В детский дом неплохо вложился. Жена умерла, когда мальчишка еще совсем маленький был. Отец его один воспитывал, лет до 16. Ну, а потом женился тут на одной. На местной? Да. Дарья Гурова, парикмахерша. Что он не нашел, так никто и не понял. Так вот, это Лариса, ее дочь от первого брака. Они с Германом сводные, получается. Она постарше чуть-чуть. Не знаешь, как это бывает. Влюбился Герман. Да. Как только исполнилось 18, он к отцу. Женюсь. Тот нет, ни в какую. Почему? Может, хотел, чтобы тот выучился сначала. Может, кандидатуре что-то не устраивало. Короче, эта Лариса сказала мальчишке, ну, нет, мол, и нет. Забудь. Тот страшно переживал. Пытался ее вернуть, отца умолял. А в один прекрасный день напился, да и повесился. Ужас. Форменный. Ну, а старший Лебедь этого не пережил. Умер? Почти. Говорить перестал. Не ходит. Мутизм. Что? Ну, такое состояние называется мутизм. Может быть. А это лечится? Ну, это зависит от разных факторов. В принципе, излечение возможно, если правильно лечить. Уход, наверное, хороший. Не знаю. Дарья это особо не рвется. Сиделку наняла. Ну, а девчонка сразу в Москву подалась. И, как ты знаешь, вернулась на свою беду. Да. Наверное, только в Черновойске остались дети, которым для того, чтобы жениться, нужно благословение родителей. Да, и только те, кому светит большое наследство. Здравствуйте, а вы к кому? Здравствуйте. Здрасте. Мы к Дарье Андреевне. Она дома? А. Дарья Андреевна! Здравствуйте. Вы ко мне? Да. Что такое? Вы присядьте. А что случилось? Ну, по поводу вашей дочери. Моя дочь в Москве учится. Мы нашли ее здесь. Что значит нашли? Зачем ее искать? Она в Москве, она собиралась за границу в эту, как ее, в Чехию. Послушайте, с Ларисой произошло несчастье. Да какое несчастье? Вы что несете? Она в Москве. Сейчас ей позвоню. Возьми трубку. Возьми трубку, Лара. Ларочка. Ответь маме. Привет. Привет. А где Андрей? Ты ему передала насчет встречи? Нет, не смогла. У него вчера весь вечер был выключен телефон. Сегодня утром то же самое. Он к бабушке в деревне иногда лекарства возит, а там связь плохая. Ну ладно, не страшно, пойду обратно. Ну, подожди. Я же пришла. Давай поработаем. У меня роль сложная, вопросов много. Чтобы день не терять. Ну ладно, ты права, пойдем.
Подожди, только не в театре. Тебя там каждые 5 минут будут отвлекать. Давай пройдемся. Пойдем. Господи. На шатырь неси. С какого-то момента его мучает страх потерять Нору, то есть тебя. Да. Он думал, что только в юности можно до такой степени зависеть от другого человека. Привязанность к женщине с определенного возраста – это украшение жизни, а не ее смысл. И так все и было, пока не появилась Нора. То, что он к ней чувствует, оказалось слишком важно. Поэтому, когда Мартынов смотрит на Нору, он все время должен задавать себе вопрос, а что было бы, если бы Кирилл, то есть Костик, ну да, я понимаю, оказался другим человеком? Осталась бы Нора с ним? Неужели одно чувство так легко заменить другим? Ну, это ты мне можешь не объяснять. Нора желает мужчину до тех пор, пока не понимает, что он ей полностью принадлежит. И как только она это поймет, он сразу становится ей неинтересен. И ей становится скучно. Ты думаешь? Ну, конечно. Ты мне лучше расскажи, как мне ее сыграть, потому что у меня совершенно другая природа. Я эмоциональна, я импульсивна. И я не понимаю, как можно применять такого мужчину, как наш герой, на малолетнего кривляку. Множественные тромбы? Да. Результаты анализов. Когда будут готовы? Скоро, с минут на минуту. Если она болела тромбофлебитом, это должно быть отражено в карте. Я сделал запрос в поликлинику, скоро принесут. 21 год. Неужели такая тяжелая форма? А вы думаете, что это естественная смерть? Зачем тогда тело перенесли в музей? Игорь Маркович. Ага. Спасибо, Светочка. Так, так. Ну что тут? Диаметрилоксаметазон. Яд. Блокирует фермент, отвечающий за свертываемость крови. Все быстро и неизбежно. Сгущение крови, множественные тромбы, инфаркт. Ее отравили. Еда? Вряд ли. Тогда бы максимальная концентрация была бы в тканях желудка. А на самом деле носоглотка и гортань. Мы видели раздражение. Вы думаете, ей плеснули в лицо? Но почему тогда кожа лица не раздражена? Смотрите. Вот это место, через которое яд мог попасть в организм. Надо сделать соскоб и отправить в лабораторию. Эксаметазон на запястье. А как он оказался в носу? Она что, его вдохнула? Ой, а где все? Мы что, сегодня будем одни ужинать? Мила куда-то с Антоном свистела, а Никита ужинает у себя, и Муравьев с ним. Понятно. Хорошо. Подождем Варвару Петровну. Слушай, ты можешь мне поискать контакты Ларисы Гуровой? М? Пожалуйста. А еще все про диаметрилоксаметазон. Чего? Диаметрилоксаметазон. Кем производится, где применяется? Производился у нас в городе 28 лет. Черноводский завод имени Мичурина. По производству удобрений и инсектицидов. Когда его закрыли, столько людей осталось без работы. Ужас. Не меньше 1000. Каждый мог себе немножко отсыпать. Я думаю, так и сделали. Больше половины. Подождите, а падчерицу лебедя им отравили? Ну так вы убийцу не найдете. Сереж. Ладно, ну давайте что сначала поедим, а потом я начну искать эти связи, пароли, явки. А хорошо, когда есть своя контрразведка. Нет. Он не контрразведка. Он мозг нашего предприятия. Простите, ради бога. Серафим Михайлович, у нас мозг голодает. Опять у жертвы нет телефона. Это уже какая-то добрая традиция. Заставлять меня делать лишнюю работу. Ну, не было в сумке телефона. Взяли, может быть, выпал. Наверное, хотела позвонить, когда умирала. Женя, это моя первая постановка. Мне надо на ней сосредоточиться. А Богомолова чего? Богомолова отправила запрос оператору сотовой связи и получит список звонков рано или поздно.
Ого. Смотри. Оказывается, Лариса 2 недели назад удалила свои аккаунты из всех соцсетей. Это где ж такое видно, чтобы молодая девушка стерла все следы своего существования? Даже фото в купальнике? Надо. Сама? Можно? Федор Михайлович, какая неожиданность. Вы же здесь по делу, конечно. Ну, хотел бы сказать, что приехал повидаться с вами, драгоценная Евгения Веленовна, но повод другой. Самое удивительное, что мое дело пересекается с вашим. Знаете, что привело к нам Федор Михайлович? Он ищет Ларису Гурову. Ну, считайте, что вы ее нашли, Федор Михайлович. Да. Ну, не смотри на меня так. Я знаю, что я давно должен был прийти, чтобы пройти по тексту. У меня Варвара закидала своими предложениями. В ней проснулся режиссерский талант, так что если бы я это не прочел, она оставила бы меня без ужина. Ты неправильно все понял. Я хотела попросить прощения. За что? За эмоциональную глухоту. Только когда я стала пересказывать Мартынову наш с тобой вчерашний разговор, я поняла, что это было не про роль. Это была просьба о помощи. Прости, но ты должен знать, я очень остро это чувствую. Это что это? Боль. Вся пьеса о том, сколько боли может один человек причинить другому. И это неизбежно. Когда один создан из живого вещества, отчаяния, боли, страданий, ошибок, любви, а другой... Из мертвого? А ты думаешь, способность сделать такую работу идет не изнутри? Все разложить по полочкам, проанализировать, посмотреть, что из чего сделано. Ты ведь никогда никому не говорил о своей боли, верно? Это не по-мужски. Так вот, со мной можно. Я могу тебе помочь. Я хочу тебе помочь. Если. Что если? Если ты позволишь. В общем, Федор Михайлович, мы знаем, чем убили Ларису Гурову, а кто, как, почему, пока неизвестно. Но самое интересное, зачем труп перенесли в музей? Скорее всего, чтобы запутать следствие. Вот и я ей говорю. Зачем на это время тратить? Ну его к лешему, этот музей, это зеркало. Кто знает, зачем оно ему понадобилось, этому уроду. Ладно, теперь вы нам расскажите, зачем вам понадобилась Лариса Гурова? Она проходит по делу об убийстве бизнесмена Кошевого. Подозреваемый? Пока как свидетель. И что там? Кошевой был найден мертвым в съемной квартире. Такая, знаете ли, квартирка для интимных встреч. А его партнер по бизнесу, некто Промонов, знал об этом. И поехал туда, когда понял, что Кошевого нет ни дома, ни на работе, и на телефонные звонки он не отвечает. Приезжает, Кошевой мертв. Захлебнулся рвотными массами. Ну, случай распространенный. Согласен. Тем более, что в крови был обнаружен коктейль. Алкоголь и снотворное. Ну, уважаемые дамы, с людьми всякое бывает. Но в данном случае не с нашим Михаилом Михайловичем Кошевым, который патологически был помешан на собственном здоровье. Ни грамма алкоголя и ни одной таблетки. Ну, может быть, дорвался и понеслось? Повторно согласен. К тому же было установлено, что в пятницу Кошевой находился в клубе, который покинул не один, а в компании красивой девушки. Ларисы Гуровой. Именно.
Когда мы установили ее личность, оказалось, что девица уроженка Черноводска. И у меня появился прекрасный шанс повидаться с вами, чей цвет я у ваших ног. Ешь, Димочка, ешь. Я сюда телятинку провернула. Тебе силы нужны. На ноги встать. А то что этот, ну? Ты ж вообще на тебя не похож. Ты боец, Дим. Ты ему еще всем покажешь. Да. Вот так. Гурова Лариса здесь живет? А вы кто? Ларису мне. Где она? Быстро, быстро! Где? Лариса! Ты спряталась! Ты что натворила, дура? Вы что кричите? Нет Ларисы здесь. Ее убили. Хватит врать. Где она? Черт. Где ее вещи? Сумка где? Вы что, русского языка не понимаете? Я же объяснила. Ларису убили. Да мне плевать. Мне сумка ее нужна. Дайте сумку, и я уйду. Быстро! Где сумка? К сожалению, мне ничего не известно об этой Ларисе Гуровой. Девушка стерла все следы своего существования в интернете. Вы уже в курсе. И почему меня это не удивляет? Я скучал. Я тоже. Но разговор не об этом. Давайте будем выяснять личность моей свидетельницы по совместительству вашей жертвы. Алло, слушаю. Ничего не поняла. Да, я сейчас буду. В общем, оставайтесь здесь, я скоро приеду. А что за... Я скоро буду. Будни черноводской полиции. Неужели так больно? Еще бы, чокнутая. Со всей дури саданула. Чудом не убила. Ну, вряд ли это смертельно. Голову пробила бы и все. Евдокия Ивановна, ну вы что-то перестарались. Теперь дело придется заводить. Че? А я что думала? Он меня схватил и вот как повалил, и я испугалась. Ну, а вдруг задушит? Вы бы вообще мне спасибо сказали. Да, что я бы до вашего приезда задержала. Спасибо, что не убили. Пожалуйста. А вы у нас кто? Чем занимаетесь? Я бизнесмен из Москвы. Парамонов Виталий Васильевич. Я сегодня слышала уже эту фамилию. А поехали со мной, господин Парамонов. Думаю, кое-кто захочет с вами поговорить. Так мне же в больницу нужно, срочно. А я не возражаю, там и поговорим. Значит, вы знали про Ларису, Виталий Васильевич, не так ли? Ну, видел я ее в клубе. Мишка сразу на нее запал. Я раньше уехал. Ну, так и знал, что он ее на ту нашу квартиру повезет. Что значит нашу? Вы снимали квартиру на двоих? На двоих. Ну, не домой же их водить, сами понимаете. Они либо украдут что-нибудь, либо наведут кого-то. Почему скрыли от следствия, что видели Ларису? Да не скрывал я. Рассказал бы. Хотел сначала все деньги у нее забрать. В тот вечер в клубе Михаилу передали крупную сумму. Наликом. Мы не планировали, так вышло. Я говорю, давай я себе заберу. Он говорит, нет, ты пьяный, потеряешь. Угу. Потерял. Ну, а когда я в квартире труп обнаружил, денег там уже не было. Я понял, что без девки не обошлось. Ох, неумело врете, Виталий Васильевич. Плохо подготовились. Моя фамилия Перфильев, и со мной так не надо. Кожевой, серьезный человек, тертый. С крупной суммой денег отправляться на непонятную квартиру с малознакомой девицей – это раз. Во-вторых, вы видите в клубе девушку, что вы можете знать о ней, кроме имени и размера бюста. И тем не менее, среди всех Ларис страны, среди всех Ларис,
Вы находите ее, не моргнув глазом. Мне нужна правда, Парамонов. Вы знали Ларису Гурову или нет? Не верите, не надо. Я вам без адвоката слова больше не скажу. Если ждать чего-то слишком долго, можно забыть. Зачем оно нужно? Сережа. Ой, прости, ради бога, я отвлекся. Не надо было мне во все это лезть. Ты имеешь в виду репетиции? Я так не думаю. Не мое это. Ну, послушай, ты написал отличную пьесу. Вот поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Здесь написано про настоящие чувства. Даже слишком. Зачем ты пересказал всю свою жизнь? Ну, и именно поэтому именно ты должен делать эту постановку, потому что ты понимаешь, о чем здесь. Ладно, давай, что там по тексту, что я там говорю? Так. Вот твой текст. Но между ними был я, а я совсем не ошибка. Ты не ошибка. Это правда. Ты очень дорогой мне человек. Так, ты что? Репетируем, там по тексту написано поцелуй. Кто это написал? Так, давай мы на сегодня закончим. Федор Михайлович. Со мной все нормально, да. Сейчас я приеду. Вы в порядке, Евгения Велиновна? Да, со мной все в порядке. Ну, хорошо, тогда давайте к делу. Ну, про деньги Парамонов, конечно, врет, а вот сумочка Ларисина ему очень была нужна, если он так быстро примчался. Я в ней покопался, все тут осмотрел, но пока ни за что зацепиться не могу. Может, поможете? Давайте посмотрим. Что-то пришло в голову? Ну, не томите, вижу, что пришло. Красивый ключ. Ну, или правда, странный. Для светской молоденькой девушки. Возможно, возможно. Если Парамонов охотился за ним, значит, Лариса его украла. Или у него, или у Кошевого. Ну, квартирку для любовных утех я как следует обыскал. Ничего похожего, для чего этот ключ подходил, я не обнаружил. Значит, надо искать у Кошевого. Поедете завтра со мной в Москву? Поеду. Только давайте сначала у ее матери спросим. Может быть, она что-нибудь знает про этот ключ. Давайте. Прошу. Добрый день, Дарья Андреевна. Как вы себя чувствуете? Вы кто? Мы из полиции. Волкова Евгения Веленовна, подполковник Перфильев. Понятно. Только зря вы пришли. Ничего я про Ларочкину жизнь не знаю.
как уехала, так и своим умом жила. Адрес квартиры, которую она снимала, надеюсь, знаете. Снимала на Домодедовской. Недавно сказала, что сменила на новую. Что, где, я так и не поняла. Это, кажется, пару недель назад. Где-то там. Федор Михайлович. Да, прошу. Извините, вы случайно вот этот вот ключ не узнаете? Я не знаю ничего. Отстаньте от меня. И не ходите сюда больше. Дайте ж спокойно погоревать. Чего так поздно? Тебя Перфилев хоть подвез? Угу. Как прошел день? День? Да, как обычно. Репетировали. Я была там. В самый неподходящий момент. Ты видела? Угу. Женя, это была сцена. Там по сцене поцелуй. Слушай, между нами ничего нет и быть не может. Но это ты так думаешь. А она сделала все, чтобы могло быть и было. Она манипуляторша, причем умелая и опытная. У нее ничего не получится. У нее ничего не получится, если ты не позволишь ей играть в эти игры. Слушай, я могу терпеть молча, но просто мы с тобой договаривались, что мы не будем молчать и что мы будем разговаривать о наших чувствах. И я тебе говорю, мне плохо. Это работа. Мы репетируем. Оказывается, что это подразумевает какую-то человеческую близость. Какое-то погружение друг в друга. Погружение. Ну, удачного тебе погружения. Я завтра в Москву поеду. Меня Перфилев попросил ему помочь. Я сейчас в душ и спать, пока мы, бог знает, до чего не договорились. Вот поговорили о чувствах. Все обыщите как следует каждый уголочек. Друзья мои, а можно как-то побыстрее работать? Что сегодня со всеми происходит? Евгения Веленовна, может, и вы поможете? Что-то у вас сегодня с настроением. Отвыкли от Москвы, скучаете по Черноводску. Простите, задумалась. Федор Михайлович, похоже, нашел. Ха. Ну-ка, позвольте этот таинственный ключик. Так. Интересно, интересно. Ну давай, Юр, твоя находка. Так. Марки почтовые. Банковские карты. Документы на машину, документы на дом. Деньги. Не та сумма, чтобы убивать. Что-то я ничего не понимаю. Рамонов из-за этого ключа рванулся за девчонкой в Черноводск. Сиделку пытался придушить. Что-то мы пропустили. А может быть и нет. Я думаю, простые марки так не прячут. Владислав Игоревич, будьте любезны. Посмотрите, так сказать, профессиональным взглядом. Если что-нибудь ценное или так, просто
детское хобби. Давайте, думаю, много времени это не займет. Пока детское хобби, да. Как вы говорите. Угу. Вот это поинтереснее. Угу. Угу. Так, не понял, что? Чего? Да. Что, удалось нам вас удивить чем-то? Да вы же только что достали из своего портфеля целое состояние. Вот это. Посмотрите. Голубая гимнастка. Вот это? И пальцами не трогайте. Возьмите. ⁇ 1958 год. Да. На вид ничего особенного. Да? Да это же, ну не знаю, как по мне, так красавица выпущена к 40-летию Советского цирка. И был напечатан тираж, огромный тираж. А в продажу ни одна не поступила. Почему? Знаете, все как обычно. Вот каждый считает себя умнее остальных. Вот и начались бесконечные споры. А вот какой год считать датой основания Советского цирка? 1920-21 или 1934, а? Ну и какой же все-таки? 1919. Неожиданно, да? Доспорились. А поезд ушел. И весь тираж уничтожили. И вы представляете, вот только несколько штук уцелели. И одна из них. Вот. Скажите мне, сколько она может стоить? Последний раз голубая гимнастка появлялась в поле зрения специалистов в 2008 году. И на аукционе в Германии за нее заплатили 13 миллионов евро. Не в чем мне признаваться, понятно? Я на все вопросы ответил. Ничего противоправного. Вообще мне на работу надо. Там дел во. Либо предъявите обвинение, либо все. Хватит с меня. Что вы так торопитесь, голубчик? Мы тут с некоторыми вашими делами сами разобрались. Опля. Узнаете? Голубая гимнастка. Она, родимая, она. 13 миллионов евро. Хороший куш. За него можно и партнера на тот свет отправить, да? Что за гимнастка? А, Марка Мишкина. Да я никогда не интересовался его марками. Да и он тоже. Ему так от деда что-то досталось. Что вы говорите? А зачем же тогда опа, копию сделали? Качество, кстати, замечательное. Эксперт потрясен. Я ничего не делал. Подделка была обнаружена при обыске в вашей квартире. Только не надо нам говорить, что ее подбросили. На марке отчетливо выявляется отпечаток вашего указательного пальца. Как же вы так, голубчик, неаккуратно. Думали, Кошевой ничего не заметит и расслабились. Да он даже этот альбом никогда не открывал. Он знать не знает, сколько она стоит. Ему все даром доставалось. Я бы на эти деньги детей обеспечил, и на внуков бы хватило. А у него одни девки на уме. Вот вы ему одну и подставили. Ларису Гурову, не так ли? Мне ключ нужен был, ключ. Она должна была его усыпить, вырубить. На пару часов мне хватило бы. Но ключ она вам так и не отдала. Я прождал ее 3 часа. Она не пришла, потом позвонила и сказала, что ей нужно 5 раз больше денег, иначе она меня сдаст. А я вам скажу, как было дело. Вы увидели в паспорте ее прописку или отследили по звонку телефона, поехали в Черноводск и убили ее. Я... Сидеть! Да вы что? У меня кишка танка убивать. Я передал ей 200 тысяч.
Она хотела во Францию уехать, чтобы уже не найти. Она для этого все подчистила, и интернет, и квартиру, и так далее. Если бы я ее убил, я бы ключ взял. Мне кажется, сначала... Всем добрый день. Здравствуйте. Как настроение? Привет, тебя давно не видел. Ну, назначили репетицию, увидели мы. Я-то что, жду? Так ты же у бабушки был. Как бабушка-то? У какой бабушки? А, ну это я, наверное, ошибся. Так, с чего начнем? Лиз, можно тебе на минуточку? Я говорю, Лиз, можешь тебе на минуточку? А, простите, не сегодня. У нас вечером Чехов, чтобы не расплескать. Чего? Бред какой-то. В субботу с 22 до 23. Федор Михайлович, я же в субботу у вас здесь был, заявление писал. Писал, писал. Закончили в 16:10. Полно времени, чтобы успеть до Черноводска. В смысле до Черноводска? Я здесь Ларису искал, на квартиру приходил. Я же сам ей квартиру снял, пока она с Кышевым не закончила. Подождите, вас там на квартире кто-нибудь видел? Видел. Соседка меня видела. У нее спросите. Двери вот так, слева. Фу, слава богу. Ну, я просто не понимаю. Ну, ты что, сейчас просто так возьмешь, Сережу отдашь, нас забираешь, что ли? Рин, ну как можно не отдать, если сам захочет? Да они никогда не знают, чего они хотят. Если бы мой Федя делал то, что он захочет, он потом за голову бы схватился. Это ты должна знать, что он хочет. Не знаю, чего он хочет. Влезли мы в этом театре. Минуточку. При чем тут театр? Ты с ним куда поехала? В отпуск? В отпуск. А сама что делала? Работала, потому что у тебя одни трупы на уме. Конечно, ты актрисулька там как-то глазками стреляла. Прелести свои демонстрировала. Формалином от нее не пахнет. От меня пахнет, да? Господи, да я образно говорю. Мужику что надо? Внимание, любовь, терпение, забота. Да помирись с ним сама. Это что, так сложно, что ли? Не, ну все просто. А если просто, так что тебе мешает-то? Не знаю. Мешает, все время что-то мешает.